Всем приветик! Я только вернулась домой после рабочего дня. Тоже заходила сейчас после работы Фикс Прайс. У нас там недалеко от работы он есть. Вот, думаю, надо зайти купить. Мне надо было стиральный порошок, туалетную бумагу. В общем, конфетки вот такие, как Рафаэл. Помните, аналоги я вам показывала. В общем, у нас всем они очень понравились. И мне, и Сереже, и Жене, в общем. Сейчас тоже купила, положу их в холодильник, чтобы они такие холодненькие были. А я еще сегодня на работу и поехала на велосипеде. Думаю, сейчас загружу все покупки в корзину. Вообще очень удобно на себе не тащить. В общем, у меня поместилось все и в корзину, и где у меня Дима ездит на велосипеде на этом сиденье. В общем, все упаковала, вся в пакетах ехала. Но главное, что не на себе тащила. Оля тут уже разложила. Сейчас буду вам показывать, что я там купила. Была я в двух магазинах. Сначала покажу, что взяла Фикс Прайс, а потом уже другой магазин покажу, что купила. Вот, собственно говоря, зачем я туда и поехала. Стиральный порошок. Он там дешевле, чем в каких-то других магазинах. Стоит 349 рублей. 2,4 килограмма ушастыня. Не знаю, нам нравится этот порошок. Потом взяла туалетную бумагу, 8 рулонов, 149 рублей. Не знаю, я вообще такую бумагу первый раз там вижу, мне кажется, до этого ее не было. Взяла, попробуем, двухслойные. Цены, которые помню, буду вам их называть. Потом взяла тут детям трусики, Диме взяла вот такие трусики, голубенькие и такие красные с полосками. Не помню, сколько они стоят. И Женю взяла вот такие за 149 рублей. Размер 44-46 у них. Я думаю, цена неплохая. В других магазинах они дороже стоят. Пускай будут. Потом взяла губки 8 штук. Я обычно всегда беру вот такие именно маленькие губки. У меня они, ну как в руке, вот у меня даже лежит на раковине. Мне они удобны. Есть еще там такие широкие от этой же фирмы Bon Homme. Но мне они как-то неудобны, такие маленькие. Они хоть и расходуются быстро, но в моей руке им удобно лежиться. Влажные салфетки взяла, по-моему, 90 рублей, если по карте они стоят. Там на них акция была, так они 99, сейчас по 90, 130 штук. Потом вот те самые конфетки, про которые я вам сейчас говорила, аналог Рафаэла. Вот сейчас взяла сразу две пачки, они по 79 рублей, 180 грамм в них. Сейчас пересыплю тарелочку и поставлю в холодильник, чтобы они холодненькие были, а то дома жарко. Бактериальные салфетки взяла, антибактериальные влажные салфетки. Эту сумочку я кину. Потом сухарики такие взяла, хрустим. Сметана, лук и сливочный лосось. Это иногда вот Диме, Жене даю. Потом смотрю, такие вот арахис мы не пробовали в глазури терияки. Мы пробовали в глазури васаби. Они слишком острые, не особо мне понравились. И решила взять вот такие попробовать. И вот такие с креветкой мы тоже пробовали. Кстати, очень вкусные. 27 рублей вот это стоит. А вот это 33 рубля. Так, дальше это я уже взяла на кассе. Хлебные палочки с пастой. Шоколадно-ореховые. 55 рублей они стоят. Дальше. Диме взяла пухлого кролика. Ну, это маршмеллоу, он любит. Вот дам ему несколько штучек. Пусть пожует после сада. Он любит, когда я с вкусняшками прихожу. Потом рис. 5 упаковок здесь в коробке. По-моему, 59 рублей он стоил. И вот такие контейнера. Вот взяла 2 штучки. Не помню, сколько они стоят. По-моему, тоже 55 или 59 рублей. Вот они с крышечками идут. Такие вот. Вот это что касается покупок из Фикс Прайс. Сейчас покажу из другого магазина, что купила. Ну и в магазине возле дома взяла тоже Якобс Монарх, наш любимый кофе. Здесь объем 240 грамм, потому что кофе у нас улетает очень быстро. Потом
Много бананов взяла. Мне Дима сказал: мама, приди завтра за мной в сад с бананами и какую-нибудь вкусняшку мне принеси. В общем, ребенок попросил, конечно же, я купила банан и вот, вот такую вкусняшку ему возьму с фикс прайса. Потом Сереже взяла вот такой вот фа охлаждение экстрим, гель для душа, а себе взяла вот такой фиджи дрим. Ну, в общем, ароматы такие приятные. Тоже гель для душа. И к чаю также взяла печенье юбилейное. Ну, ты скажи всем привет. Дима говорит: Дим, скажешь всем привет? Сидит, нет, говорит, я помашу. В общем, кушает бананчик. Приехала за ним на велосипеде. Нам дали, кстати, сейчас фотографии. Смотрите, какие клевые. Там несколько штук заказывали. Сейчас отвезем домой. В общем, вместе с вами посмотрим. Они в таком файле. Я их еще не открывала, не смотрела, как первая фотография лежит. Смотрите, красавец наш сидит. Сейчас идет, увидела эту фотографию, говорит: мам, я уже большой, покупай мне с папой мотоцикл, я тоже такой хочу, говорит. В общем, сейчас дом будем смотреть. Так, ну, сейчас посмотрим, какие там у нас фоточки нам напечатали. Так. Я разных размеров заказывала, там можно было самим выбирать размеры. Так, это чего-то. Сейчас пойдем гулять. В общем, с такими цветочками. Ну, Дим, ну не хулигань. Сейчас я покажу, сама посмотрю, пойдем. Такой вот букет у него. Димка-то такой миленький, прям джентльмен маленький. Надо еще рамочки такие купить под них. Это вот такая большая одна фотография на скутере. Мне очень нравится прям. И вот такая фотография. Много не стало заказывать, потому что они в основном все, ну, одинаковые, костюмы одинаковые, там просто где-то есть с такими цветами, где-то с другими цветами. Я думаю, ну смысл? Фотография одна и та же, только букеты меняются. А вот выбрала такие три разнообразные. С гитарой сидит такой деловой. В общем, вот такие три фоточки. Не знаю, мне очень нравится. Мне кажется, Димке еще так красный цвет прям к лицу. Вообще молодец. Кроссовочки такие, брючки беленькие у него. Прям все в тон. Все, пойдем гулять. Приехали в город уже мы. Сидим на детской площадке. Она такая достаточно большая, просторная. Приехали сюда погулять. Ну, Таня уже с детьми здесь были. Сегодня, да, открытие Макдональдс. В общем, у нас открыли сегодня Макдональдс. Называется «Вкусная точка». Я говорю, такое название чудное. А как бы назвали там «Матрешка», ну, что-то такое русское прям название. Это как-то «Вкусная точка», ни туда и ни сюда. Вот Таня с детьми ходили, говорю, там стаканчики белые, в общем, без всяких надписей. А так ассортимент, в общем, весь тот же остался. А тут Ани сегодня праздник, в общем, можете ее в комментариях поздравить. У нее сын, у старшего сегодня выпускной. Он закончил 9 класс. Вот сейчас в 4 часа, ну, там сейчас у них до 4 в школе торжество было. Их там учителя, директор поздравлял. И в 4 часа за ними приехал лимузин и повез их в Москву.
В общем, они будут летать на воздушном шаре там в Москве. Потом там, ну, и банкетный стол им организуют, шатер у них вот это все будет. В общем, до 12 ночи они будут гулять. 12 ночи, опять вот сказали родителям встречать своих детей возле школы. Их назад привезет тоже лимузин. Так что вот такие дела. В общем, он, наверное, пойдет, Таня, дальше учиться. Сейчас вот уже все дали аттестат. Будут они подавать, ну, заявление там в колледже, куда он там в техникум захочет пойти. Так что вот такие дела. 9 классов он у нее закончил. Я с Женей разговаривала. Женя, нет, Женя будет учиться до 11 класса, да, Жень? Ты до 11 будешь учиться? А потом куда? Потом в армию сразу. Лишь бы в армию не идти. Ты решил, на кого ты пойдешь уже? В общем, Женя хочет либо на машиниста, потому что ему очень нравится вот эти электрички, поезда все изучать, и самолеты, в общем, не знаю, либо бортпроводником, либо пилотом, не знаю. Но у нас тут, в нашем городе, есть такие возможности, даже выучиться можно на пилота, это вот. Ну, в общем, Женя сам решит, что ему ближе. Либо он на пилота пойдет, либо на машиниста, либо на бортпроводника. Пилотом я точно не хочу. А бортпроводником? Не знаю. Еще Стюарт. Под вопросом. Стюарт он будет. Бортпроводник, стюарт такого нет. Есть. Ну, стюардесса и стюарт. Бортпроводник есть. Дима, да, Дима, стюарт. Ну-ка не прыгай. Он уже прыгал. Так что, видите. Потихоньку, не торопись. Так что вот, одного ребенка Таня выпустила уже из школы, вот второй сейчас. Какой, Тёма, в пятый пошёл? Нет, у них перепрыгивает. Нет, сейчас не перепрыгивает. Четвёртый он будет учиться. А, в третий, я что думала, он уже отучился. В общем, Тёма только второй класс закончил. В общем, еще долго. В общем, пока сидим на площадке, здесь такой тенек, вон там дальше, конечно, солнце. Нам немножко не повезло. Ветер так поддувает прохладно. На этом буду заканчивать видео. Всем пока-пока. Увидимся в следующих видео с вами. Говорите пока. Дима, аккуратно.